Я опять не спал. Я вернулся домой утром, мама, и сразу лег на диван. Мои грязные туфли не стоят того, чтобы их мыть. Чем объяснять тебе, в чем тут дело, мама? Мне проще тебя убить. Ты будешь мной недовольна? Будешь меня корить. Единственное, чего мне захочется, мама, это просто тебя убить. Но я буду недвижим, не разомкну уста. Я вполне здоров, мама, я просто работник сна. Обычно к утру мое сердце бриллиант, мама. И можно резать стекло. Моя работа видит сны, мама, это важнее всего. Да, Слава.